Дорогие друзья и зрители нашего канала, мы находимся сегодня в небезызвестном комплексе «Актер Гэлакси». Отправляемся с вами на 7-й этаж, чтобы посмотреть квартиру 100 квадратных метров. При входе мы попадаем в обособленную прихожую зону с большим зеркальным шкафом-купе. Приятная цветовая гамма сразу же погружает нас в уютную атмосферу. Дверь в санузел открыта, с него, пожалуй, и начнем. Это довольно масштабный совмещенный санузел. Здесь у нас имеется ванна и душевая кабина. Глянцевая плитка приятного оттенка. Раковина, унитаз, полотенцесушитель и стиральная машина. А мы с вами продолжаем путешествие и из коридора попадаем в кухню-гостиную. Большая кухня-гостиная оборудована всем, что нужно для жизни. Замечательная кухня, линейная. Здесь есть печь, шкафы для хранения, холодильник. Также у нас стол, раздвижной стол на 4 персоны, можно и 6 человек посадить за него при желании. Большой диван, ТВ-зона расположена очень удобно, телевизор виден из каждого уголка кухни-гостиной, а мы с вами отправляемся в мастер-спальню. В нашей квартире находится 3 спальни, но предполагается, что это будет спальня главная, основная, во-первых, из-за прекрасного остекления панорамного, во-вторых, из-за расположения кровати очень удобным. Из этой спальни мы можем попасть в детскую комнату. Она отделяется стеклянной прозрачной перегородкой, полупрозрачной перегородкой. В этой комнате располагаются 2 полноценные кровати, также удобный рабочий стол, имеется акцентная декоративная стенка, а благодаря перегородке сюда проникает естественный солнечный свет. Благодаря дополнительной подсветке, а также панорамным окнам, продуманы разные световые сценарии, а мы с вами отправляемся на огромную террасу с видом на море. Видовые характеристики просто завораживают. Кстати, если вы обожаете смотреть на закат, вам не нужно даже выходить на улицу. Из окон и балконов и уютных террас комплекса вы можете наблюдать, как огненный шар постепенно окунается в море и уходит за горизонт. Наша с вами терраса как раз выходит на закатную сторону. Как вам такая порция вдохновения? В самой же квартире установлены современные системы вентиляции и кондиционирования. Каждая деталь тщательно продумана и соответствует уровню. Высокие потолки под стать общему облику, почти 3,5 метра. А мы с вами покидаем эту комнату и отправляемся в следующую спальню, которая может служить еще одной детской комнатой или же комнатой для гостей. Она также оборудована всем необходимым, у нее тоже имеется акцентная стена и разные световые сценарии. Также здесь есть шкаф и телевизор и стеклянные вставки в межкомнатные перегородки. Немного декора в той же цветовой гамме, в которой у нас выполнен весь интерьер квартиры, цена которой составляет на сегодняшний день 62 миллиона рублей. Это ниже рынка в соответствующем сегменте. А я напоминаю, что мы находимся в 26-этажном монолитном строении с железобетонным каркасом, что не оставляет никаких сомнений в своей надежности. Внутренний атриум, закрытый от внешнего мира,
Вот он позволит в любую погоду и в любое время суток наслаждаться прогулками по территории. Актер Galaxy. Современный, впечатляющий и определенно стоящий заявленных денег. Это обоснованное вложение финансов для личного пользования или получения достойной прибыли от аренды. По сути своей, за эти деньги вы получаете квартиру в отдельной вселенной, в которой есть абсолютно все для красивого и комфортабельного отдыха, включая, к примеру, вот такую просторную парковку для гостей комплекса или же закрытый паркинг для владельцев, который при желании можно приобрести. Поражает не только размах этого комплекса, но и умелое воплощение престижа без пущего пафоса. Первая береговая линия, собственный просторный пляж, уютные аллеи, круглосуточное освещение, внутренняя закрытая территория с магазинами, кафе и салонами красоты, отличнейший бассейн с уютными местами для отдыха. Само здание повторяет геометрию открытого паруса. Выглядит очень симпатично. На территории также есть воркаут-зона. Также есть магазины, кафе, кондитерская, ресторан, цветочная мастерская, салон красоты, спа-зона. Все эти удобства вы получите, не покидая территорию комплекса. Ваша будущая квартира будет находиться всего в 1 минуте от моря, в 10 минутах от вокзала, в 25 минутах от аэропорта и в 40 минутах от лыжного курорта в Красной Поляне. Звоните, пишите. Это достойное предложение.